Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Внимание! Спецпредложение только сегодняшнего дня. Тюль «Цветущее поле». Ты знаешь, Юля, что за один показ этого тюля было распродано более 1000 штук. И прямо сейчас специально для вас мы снизили цену. Ваша экономия составляет 1800 рублей и сделали этот товар спецпредложением дня. Еще один момент. Можно сэкономить сразу на фиксированной доставке 199 рублей почти в любую точку России. Ты знаешь, вообще вот моя свекровь, она всегда так уникально составляет свой дизайн в доме. Мама Надя у нас. Она весит такой тюль, что все заходят и сразу просто ахают от удивления. Ну, действительно, тюль из органзы называют королевой гардинных тканей. Я не удивляюсь, что он так популярен. И вот, видишь, и свекрови твоей нравится, и миллионам зрителей телеканала «Шоп-н-шоу». Я рада вам представить эксклюзивный тюль. Мы создавали его вместе с нашими дизайнерами. Поэтому ваш интерьер будет особенно. Многие сегодня вернутся для того, чтобы приобрести его даже на подарки, потому что мы в преддверии Нового года. Ну, вообще, я знаю, что этот тюль разрабатывался специально вместе с нашими дизайнерами, с тобой вместе, для того, чтобы наши женщины могли порадовать себя и праздничным настроением, и обновками, и преобразить свой интерьер одним бесплатным телефонным звонком. Но это еще не все. Обратите внимание, ведь у нас несколько расцветок на выбор. Выбирайте свою, выбирайте на подарок и выбирайте разные оттенки. И какие у нас есть? Богатая палитра представлена. Давайте познакомимся с цветами. Черно-белый тюль «Цветущее поле» выбрала бы я для себя. Мне очень нравятся графитовые оттенки. Он достаточно универсален. Здесь больше белого. Мы привыкли тюль так воспринимать. И, конечно, снежное подойдет настроение. Снежное, такое действительно морозное настроение. Очень красиво. А вот страстное настроение. Страстный цвет у нас. Красный цвет, бордо, цветущее поле. Мне нравится сочетание золота с такими яркими оттенками. Если вы хотите акцента в интерьер, то этот цвет для вас. Ох, какой загадочный. Да. Загадочный коричневый. Вы, наверное, обратили внимание, в чем его изюминка. В том, что органза здесь графитового оттенка. И очень красиво шелковистая вискоза. Скозная нить выглядит именно на вот таком припудренном тоне, цвете. Золотой, ну, конечно, самый осенний, самый приятный, если вы хотите комнату. Теплый сделать такой. Просторнее, солнечнее, тогда, конечно, золотой. Слушай, нравятся все четыре цвета. Вообще, я обожаю органзу, и сегодня вы получаете все сразу вместе, потому что тюль «Цветущее поле» — это уже готовое решение. Шторная лента. Юлечка, давай покажем, потому что этот момент меня всегда волнует больше всего. Однажды пришивала шторную ленту, слушай, намучилась и с машинкой, и с тонкой тканью, и, конечно, ну, я не профессионал, чтобы шить. Конечно, тем более пришить шторную ленту стоит порядка 1000 рублей. Сегодня мы на этом сэкономим лент, потому что шторная лента уже пришита. Тюль «Цветущее поле» снабжен универсальной драпировочной лентой, а это значит, не надо будет перемонтировать карниз, не надо докупать никакие крючочки, никакие крокодильчики. Вот все, что есть на вашем карнизе, то и подойдет. То есть повесить его буквально, ну, 5 минут. Ой, слушай, еще один момент, про который хочется тоже также спросить, потому что по низу я вижу особую прошивку. Что это такое? Это очень важный момент, это кант-утяжелитель, который, кстати, говорит о том, что это изделие премиум-класса, не часто это делают. На нашей органзе есть кант-утяжелитель, и он поможет органзе красиво располагаться на окне. А за счет канта полотно само себя выпрямляет и не улетит в окошко, ну, в случае, если вдруг мы открываем окно и подул ветер. Да, но только сегодня у вас скидка больше 50%, 1800 рублей остается в вашем семейном бюджете цена за 3 метра невероятно красивого тюля органзы, плюс еще и жаккардовое плетение, блеск, все это посажено на шторную ленту и кант-утяжелитель по цене 1799 рублей. 3 метра потрясающей красоты. Смотрится потрясающе красиво, смотрится великолепно, добавляет роскоши в интерьер. И, конечно, это универсальное решение, которое подарит вашему дому особое тепло и особое богатство. Звоните прямо сейчас, звонки бесплатные с любой точки России. Фиксированная доставка 199 рублей почти в любую точку России. Успейте дозвониться и успейте сэкономить. Условия акции уточняйте у наших операторов. Слушай, я сразу хотела тебе спросить. Органза вообще удивительная ткань, потому что через нее солнце, когда проходит, в комнату поступает, ну, такой, знаешь, цвет перламутровый, да?
Действительно, органза – это особенная ткань, она пришла к нам из Индии, в европейские страны. И это особенная ткань, которая потрясающим образом рассеивает солнечный свет в вашей комнате. Лунное мягкое сияние – это дополнительный свет в вашем доме, благодаря граненой полированной нити. Органза – особенный материал, недаром его называют королевой гардинных тканей. Вот такая уникальная ткань будет на вашем окне. Из органзы с вышивкой даже шьют свадебное сари. Эта ткань самая популярная в мире. Посмотрите, какое очаровательное сияние дает полированная нить органзы. Это просто волшебная сказка в вашем доме. Слушайте, ну очень красиво. Я сразу тебе хотела спросить. Вот я однажды жила в таком районе, где, например, ну было очень пыльно, рядом с дорогой, и нужно было очень часто стирать шторы. Сколько выдержит наша органза стирок? Органза, несмотря на свою легкость, воздушность и такую просто вот заворожительную эстетику, и многие думают, о, это капризная ткань. Вовсе не так. На самом деле органза вот в линейке прозрачных тканей вообще считается самой прочной благодаря двойному кручению нити. Поэтому разорвать ее практически невозможно, испортить каким-то образом не получится. Стирайте в машинке смело при температуре 30 градусов. Вы, наверное, обратили внимание, что наша шелковистая, вискозная, рельефная нить еще и снабжена красивым блеском. По центру наш флористический дизайн, цветок украшен люрексовой нитью. И давайте мы проверим. Леночка, раз очень ты практичная хозяйка, да, это для тебя. Вот мама у меня однажды приобрела, знаете, весь блеск осыпался, а здесь вот, Юля, тут, знаете, такие вот механические воздействия делает на наш тюль, ничего не остается. Это качество, которое останется с вами надолго. Тюль, цветущее поле, 3 метра сверкающей легкой органзы, которая сегодня может стать вашей. Наша цена, которая действует ровно одни сутки, 1799 рублей за 3 метра тюля, уже посаженным на шторную ленту. Дозвонитесь прямо сейчас и украсьте свой дом к Новому году. Кстати, вот я хотела спросить, Юль, а как его весить? Можно ли дополнять шторами или нельзя? Вот как его? Можно вот как посмотрите, отдельно? Как богато органза украшена декоративными элементами. Дизайнеры всего мира выносят эту органзу на первый план. Это мировой тренд, и поэтому украшают так необычно, что органза становится самостоятельным нарядом для окна. Мы сейчас видим черно-белую вариацию цветущего поля. Есть эффект ламбрекена, середина густо украшена вышивкой из вискозной нити. Укрепленный шелковистый низ и, конечно, например, для кухни это будет самостоятельным нарядом для окна. Но вы, пожалуйста, фантазируйте, и вы преображайте ваш дом. Это легко даже с аристократическим шиком сделать с органзой. Дополняйте портьерами. Пожалуйста, вы видите это в золотом варианте. И так можно и в любой абсолютно. Слушайте, красота невероятная, богатство, дома блеск, интересные оттенки. Все сделает ваш дом праздничным, нарядным праздником. Удивите ваших гостей, заставьте их восхищаться вашим вкусом. Дозвонитесь, цена действует ровно одна сутки. Одни сутки вашей экономии составляет 1800 рублей. 3 метра роскошной органзы уже посажены на шторную ленту. Это тюль «Цветущее поле».